все отдых успокою. Здоровья. Вы же не Я вас приветствую, друзья, и в течение нашего путешествия я решил заехать вот в эту деревушку, деревня Яндр. Все-таки я решил вот эту вот часть как можно лучше исследовать, да, вот здесь вот все, что здесь происходит. Ну и здесь вроде как это единственная более-менее такая большая деревушка здесь, да. Все остальное это какие-то то ли заброшенные, то ли какие-то мизерные поместья. Я думаю, надо здесь остановиться нам с вами перед тем, как пойти искать доспехи школы кота. Что, собственно говоря, случилось, сударь? В чем дело? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готтард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. А кто это вообще такая? А что за волчица? Вроде как она с волками трахается. Человека голыми руками разорвать сумеет. Неужели? Есть и она в человеческой шкуре. Хотя кое-кто говорит, что большой красоты девка. Атаманша она. В банде дезертиров, недобитков из разных армий. Такие убивать да грабить обучены. Неужели? За что она хочет тебе отомстить? За то, что я их охотникам за колдуньями выдал. С каких это пор охотники за колдуньями интересуются бандитами? Банда волчицы деревню разоряла, а защищать нас никто не хотел. В конце концов, Бертрам к охотникам пошел защиты просить. Ну и как охотники ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всем разузнала и хочет Бертрама убить. Помогите, не то плохи будут наши дела. Ну давай уж что, хотя в принципе, блин, вот эти охотники, блин, вечного огня, они меня очень бесят, но... Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь-ведьмак. Они очень серьезные. Ща посмотрим. Красная твоя мать шапочка. Подождать нападение банды волчицы до сумерек. О, отлично. Заодно сейчас посмотрю, почитаю, что тут у нас есть. Так, продам телегу, должу полук, приготовление к билетейну. Короче, ничего такого. Так, ну и ждем банду. Как раз и нам надо сейчас отдохнуть. К ночи, да, как я понял. Дождаться сумерек. Давайте дождемся. Полуночи. Так, ну и... Так, это вы что ли есть, сударь? Ведьмак, тебя что, деревенские наняли? Да, Игрет, у тебя очень много общего с чудовищами. Наняли, чтобы я их защищал от чудовищ и от людей, которые умеют превращаться в чудовищ. Ты поверил, что я умею? Разве нет? Можешь проверить, если хочется. Или выдай мне Бертрама, никого другого мы не тронем. Ты вообще кто такая? И в чем Бертрам перед тобой провинился? Что такого тебе сделал этот Бертрам? Ха-ха, значит, этого они тебе не сказали. Ну так слушай, он пришел ко мне полгода назад. Обещал нам подсказывать, кого из деревенских стоит потрясти. А взамен получил долю в добыче. А потом жадный стал. Хотел все больше, но я ему отказал. Тогда он напустил на нас охотников за колдуньями. Из-за него половина моих людей... Ну ты изначально на крестьян... Гоп-стоп устраивала, правильно? Это не твое дело. Нам нужен только Бертрам и никто Пошла больше. Нахер, блин. Твои слова меня не больно трогают. Забери людей и исчезни отсюда, иначе прольется кровь. Кровь прольется так или иначе, но из-за тебя ее будет больше. Давай я отрублю с удовольствием твою голову. Ой, еб твою мать, я пошутил, это была шутка, это был однорукий человек, это был не я. Нет, Геральт, сука, ты... Блин, да... Сука, тупой Геральт, а? Бля, ну пипец просто, твою мать! Нахера я сюда зашел, называется?
Так, где Квен? Так, надо бандюганов забить. Так, вот это совсем другое дело, отлично. Неплохо. Оглушаем и нахер убиваем. Бенато, я думал, сейчас они меня заблочат. Вот меня Бенато, сука, стена заблочила и все. Так, осталось теперь с этой мразью разобраться, сука, волколак. Иди нахер отсюда. Пьяная морда, вали, ублюдок. Так, я думаю, тебя, Аксим, бы неплохо было бы. Да, слушай, против тебя, Аксим, довольно-таки неплохо, я хочу сказать. Самое главное, вот за этот заборчик деревенский опять в этот раз не попасть. А то бы он сейчас опять заблочит. Да, он против волколаков, Акси так, Акси, просто вообще шикарный знак. Ну, сейчас мы ее скоро захерачим. Давай, давай, давай. Восстанавливаться хотела, падла. А вот хер себе. О, здорово вы им задали. Ага. Вы забыли мне сказать, что она волколак. Так ведь мы же сами до конца не знали. Но это даже лучше. Ведьмаки ведь на то и есть, чтобы чудовищ убивать. Разве нет? Спасибо за помощь. Вы заслужили награду. Благодарствую. Сука, 10, сука, гребаных корон. Ну, вообще просто. Да. Так, ну зато из волколака что-то мы там выгребли, да? Сушеная рыба. Да, не стоит благодарность. Такс, что мы там? Там какая-то книга была, что ли, насколько я помню. Надо уже продать все это добро. Письмо от матери. Ну-ка, дорогая Лилия, если ты читаешь это, нас с отцом обоих уже нет в живых. Я попросила Эгварда, чтобы он отдал тебе это письмо, только когда будет ясно, что мы не вернемся, так... На нас наслали охотников за колдуньями. Ладно, короче, потом почитаем... Как я понял, это письмо что-то, наверное... Вот это вот красные шапочки, да, как ее называют. От родителей. Так, ну что, ночь уже тем временем настала у нас. Так, и я думаю, знаете, еще самое время, наверное, вернуться в город и посмотреть снарягу школы кота. Спасибо. Спасибо, мужик строг. Здесь, я думаю, крупных поселений уже не будет, и поэтому давайте до моста Святого Григора сразу дойдем. И будем искать вход, где там у нас снаряга школы кота укроется. Точнее, чертежи, да? Потому что я именно на школу кота, на броньку рассчитываю. Именно путь легких доспехов. Хотя, с другой стороны, в принципе, я пробовал эту кирасу делать ангерскую, да, среднюю. В принципе, что получается? Получается то, что, в принципе, даже со средней броней энергия восстанавливается вполне неплохо. По сути своей. Поэтому можно и средненькую одевать. Но дело в том, что я уже из умений выбрал вот это, типа, школа волка, как она там называется, школа кота, да, техника школы кота, поэтому ее я и собираюсь, собственно говоря, придерживаться. На следующую ячейку только на 18 левеле откроется, к сожалению. Так, давай, охота за сокровищами, что у нас тут? Школа кота. Надо осмотреть подземелье. Так, ну путь не близкий, поэтому... Эй, давай, плотва, подходи. Ничто не причиняет боль, ведьма.
Так, путь этот явно не близкий, и надо вообще-то здесь посмотреть, как туда пробраться, потому что, как я понял, просто так ты туда не пройдешь. Надо обследовать вот этот вот верхний квартал аккуратно все. Так, ну здесь прям, не знаю, квартал бы только вот этих вот верующих, да, как я понял. Такс, агась. Как же нам сюда пройти? Не торопись. Давай, плотва. Так, надо сейчас внимательно посмотреть. Наверное, сейчас надо вниз пойти. Тут мы еще не были просто. В верхнюю часть города. Обиталище, как я понял, вот этих вот всяких там религиозных деятелей там и все подобное там этих охотников на ведьм, блин. Так. А мы сюда еще хер пройдем, да? Так, а кстати, это что за... А, это тяжелый доспех, твою мать. Слушайте, нет, не надо нам тяжелых доспехов. Или нам еще рано сюда. А, стоп. Давайте пройдем ниже. Знаешь, Менги? Ну не знаешь, так скоро узнаешь. Менги уже все, он уже кормит рыб. Образно говоря. А, можно было и так пройти. Угу, находится, ну еще, сука, ниже, так. Так. Интересно. Как сюда пройти-то? Так, аккуратненько тут надо. А, ток, стоп. Блин, твою мать! Так, короче, я, кажись, понял, надо немного не сюда подходить, надо сначала спуститься вниз. Так, сейчас до меня дойдет. Так, давайте сюда спустимся. Я охотником донесу, что ты не... Так, пойдем вот сюда. Так, потом сюда, и походу нам именно сюда и надо. А то тут довольно-таки, знаете, места такие изрезанные, непонятные, куда заходить, но нам, по-моему, надо сюда. Фу. Так, а что же нам тут подземелье-то Новиграда? Что мы здесь увидим? Труп? Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? Давай, изгони это все. Нам нужна снаряга получше. А, вот еще, кстати. Так, вот это желательно тоже нахер. Так, ну как нам это сделать-то? Что-то не хочет. Ну и не суть, уже не надо. Так, я думаю, пора бы кошку выпить. И пойти дальше. Так, рюкзачок. И где у нас там кошак? Да, черная кровь, нет. Кошечка. Так, чё ж там такое страшное-то у нас? Какой-то элементаль, что ли, насколько я понял.
Так, и он, видимо, охраняет чертежики, да, у нас с вами. Голем. Так, давайте сейчас посмотрим. По-моему, у нас что-то против голема есть, если я не ошибаюсь. Так. Да, вот против элементалей. Так, против элементалей. Так, и что тут у нас еще? Так, силу атаки давайте. Улучшенный урон. Поставим гром. Да, неприятный элемент. Тихо, тихо, тихо. Успокойся, успокойся, малый. Ах ты мразь. Что он какой-то тупой? Так, на него акции особо не действуют, как я понял, да? А, ну он просто тупо замедляет его. Ну ничего, и так, в принципе, неплохо. Плюс еще у нас еще от элементалей масло. Не, он просто очень тупой. Бля. Ну ты тварина. Ладно. Так, обратно давайте хавчик. Что у нас есть? Давайте бутерброд с ветчиной. Пожрем чуть-чуть. Ему уже и так мало осталось. Задел скотина. Какой ты опасный хрен, а? Так, давай себя еще немного подпалим. Все, 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 давай, 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 падай, падай, мразь. Вот такие все. Забираем дымный кристалл. И, собственно, где у нас хранятся эти вещи-то? Школа кота. А, это еще не конец, что ли? Ну-ка, знаете что, давайте обсмотрим здесь все. Может быть, что-то мы сейчас пропустили. Так, ну, кроме... Как... А, нет, хотя, смотрите, здесь еще что-то, какие-то ходы есть, короче, тут... В эту сторону ведет. Блин, дохера всего. Так, стоп, а там на той стороне что? Там тоже какой-то проход есть. Так, оттуда мы пришли, там выход. Хорошо. Так, вот тут артом еще можно поработать. Так, вот здесь прям явно что-то есть, я прям это чую. Так, водица у нас с вами. Давайте посмотрим. Так, само собой, счет под водой есть. Сундучок один. Что здесь? Магический предмет, это тоже сойдет. Так, ну здесь мы уже из зоны выходим, да, получается? Так, но все равно уж интересно, что тут. Так, тоже полезные всякие вещи. Счет за голема, ну-ка. Что бы это значило? Выставленный Ягудой Левом, покупатель Лернеус Варштейгард. Название товара «Голем охранный глиняный». В случае повреждения изделия следует безотлагательно обратиться в ближайшее отделение фирмы Ягуда Лев и
ученики. Обслуживание товара может производиться только квалифицированными сотрудниками фирмы. Это, как я понял, тот самый голем, да, да? Он получается, именно отсюда, оттуда пошел. От этой конторы. О, блин. Призрак, говорите? Ну, давайте масло против призраков, чё? Чё им тут, правда, тут надо? Так, внезапно появился. Так, ну ладно, с призраком мы... А, да, кстати. Надо не забывать о том, что здесь отрава. Так, гуд, ладно. Вернемся таки обратно. Так, давайте сейчас помедитируем немного. Так, можно пойти прямо, а можно пойти вот направо. Там дверь, сейчас еще раз я посмотрю, открывается ли она там или нет. А, закрыто, нужен ключ. Ага. Ну, значит, нам, наверное, вправо отделение надо. Тут без вариантов особо. И именно там, скорее всего, вот этот все снаряга кота и есть. Так, ладно, идем, значит, по левой стороне. Так, кошку, давайте опять кошку, наверное, используем, чтобы нам было комфортно. Так, где ты, наша дорогуша? Такс. Куда это нас ведет дорожка? Так, какие-то руны. Чтобы подняться, вглядись в глубины. Интересно. Ну, кстати, на что-то похожее. Вот мы когда с Керемец обследовали пещеры в Велине, что-то наподобие вот как-то больно похоже чуть-чуть. Так, заметки ученого, ну-ка. Тут, видимо, загадки сейчас пойдут. Согласно указаниям нашего учителя Иренуса Варштейнгарда, мы проводили серию исследований генотипа созданий, называемых повсеместно утопцами. К сожалению, после применения яда, добываемого из рыбы фугу, все лабораторные экземпляры впали в спячку. По прошествии суток жизненные функции прекратились у всех особей, что сделало невозможным проведение дальнейших исследований. Правда, зачем мне это надо, я так и не понял. А зачем мне знать было эту информацию? Еще призрак. Ну давай, иди сюда, паскуда. Ну, призраки 7-го левела, это херня. Так, что у нас тут? Странный рецепт. Ага. Что бы это значило? Паскаль и Тима, у меня выдалось немного времени между операциями на этих вонючих утопцев, так что, как и обещал, пишу рецепт моего знаменитого острова цыпленка и гуляша из тыквы. Тыква, цыплячья ножка, молоко, кокосовые пальмы. Я уверен, что с остальным вы справитесь. Теперь вы у меня в долгу. Блин, зачем мне это все надо, я вот не понимаю. Ну, типа, вещи для заданий, так. Ну что, теперь как-то надо какую-то комбинацию с этими, с этой херней сделать, да? А, так, стоп. Так, я так понял, наверное, надо, чтобы все статуи смотрели лицом вот сюда, да? Ну, в смысле, вовнутрь. Стопа, они только как, я не понял, ну-ка. Еще?
Вот так вот. Ну это я так думаю. Так, давайте теперь вот эту вот морду сюда повернем в освещенный участок. Я думаю, что все должны смотреть в центр. Это мое предположение. Ну это как бы и логично, наверное. Или наоборот, чтобы все спиной стояли. Ну, сейчас увидим. Ну, как бы по логике вещей надо быть. Так, и ты у нас еще. Надеюсь, я прав. Потому что если я не прав, тогда я не знаю. У нас тут еще подсказок остальных нету. Давай, поворачивайся. Еще. Ну, вроде все, последний остался. Ну, я был прав. Итак, ё-моё. Что ж сейчас будет? Это утопцы, что ли? Так, жрём. Так, что у нас тут осталось? Блин, кстати, надо за провиантом идти, а то у нас уже как-то мало чего осталось. Давай, вниз. Так, давай, тебе. Да ну, стреляй ты, Геральт, чё ж такой тупой-то, а? Тугой малый. Так, давай еще один раз возьмем воздуха. Отлично. Так. Тинхер, нам придется сейчас плыть вниз. Вижу какой-то трупак. Ключ от лаборатории, ага. И, видимо, здесь все. Здесь больше ничего интересного мы не увидим. Это, наверное, один из исследователей, как я понял. Так, ну, самое главное, ключ мы взяли, поэтому можем уже обратно отплывать. Так, давай, Геральт. Да, то есть, блин, чтобы найти снарягу кота, придется попотеть, блин. Явно придется попотеть. Но я думаю, результат будет того стоить. Все, в этой части я думаю, больше нам здесь ничего не пригодится. Открываем дверь. Это, знаете, это мне напоминает Silent Hill 2, где там, чтобы открыть там дверь, приходится полуровня там оббегать, и в итоге он в каком-то унитазе оказывается. Открываем дверь. Все, отлично. Что же нас тут ждет? Я надеюсь, больше нам тут париться со всем этим не надо будет. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так, какая-то мразь посередке сидит. Нет зла, есть только боль. Кто ты такой, парень? Слышь, псина, куда ты идешь? Нет добра, нет зла, есть только боль. И все? Че, так просто, что ли? Лунный клинок, о! Так, штаны из школы кота, перчатки, сапоги и доспех. Отлично. Так, сразу 5 из 7. Забавно. Не, ну мне было забавно, я наложил на него акции, короче, и все, сразу с одного удара захерачился. Да, какие-то тут эти фанатики или кто-нибудь там такие, дьяволы, что-то не те пошли, явно не те пошли. Уже не те, как говорится. Так, сальмистская бригантина, магический предмет. Так, давайте все здесь обнесем. Сполна. Потому что это место такое, знаете ли,
Надо все обыскать полностью здесь. Много хранится всяких интересных штучек, которые потом нам пригодятся. Так, гномские проказы не нужны. Да все, в принципе, я думаю, здесь все важное мы уже нашли. Старших расписаний не интересует. Так, ну что, давайте посмотрим. Так, ну, лунный клинок — это херь. Нас больше интересует ремесло, само собой. Так. Вот он у нас, да. Необходимый уровень всего-навсего 14-й. Рубашка нужна. Ну, рубашка херня, ладно, возьмем, отлично. Так, что еще у нас тут с вами? Так, перчатки школы кота. Отлично, есть. Есть такое. Так, сапоги кота тоже можем сделать. Замечательно. И пока что все, как я понял, да? Так, еще там что из школы кота был? Стальной меч. Стальной меч у нас уже есть. Значит, нам еще надо серебряный меч найти. Так, штаны из школы кота тоже мы можем. Все, шикарно. Полный сет почти. Осталось только серебряный меч кота найти, да? Где они у нас еще есть? Так, ну я так понял, все. Велени, наверное, их уже больше не будет. Надо будет искать уже на Скеллиге. Так, ну, это шикарно, я думаю. Что там еще по заданию? Так, остальное у нас идут улучшения. Угу. Так, ладно, гуд. Выходим отсюда, короче говоря, сейчас потом сразу пойдем к местным мастерам, да, которые смогут нам это сделать. И наденем уже школу, доспехи школы кота, наконец-таки, как я их долго искал, наконец-таки нашел. Легкая бронька, вот по ней мы сейчас и пойдем. Так, только теперь не запутаться бы, откуда мы вышли с вами. Я уже не помню, откуда мы с вами вышли. Так, вот. Так, здесь закрыто. Стоп. А, все, отлично. Выходим из этого проклятого подземелья. А, ну тут и вход был. Все, отлично, замечательно. Фу, ну что, нашли мы с вами доспехи. Школа котеночка. Вот я думаю, может быть, или грифона нам, не знаю даже. А, вот, ну ладно, давай. Сейчас посмотрим. Так, давай, тут дворец выборщиков, сейчас сразу перейдем к кузнецу. Так, давай, Геральт, побыстрее, побыстрее. Так, и где там у нас был чел-то, который мне был нужен? Так, где-то у него... Где-то у него, блин, в каком месте-то была? А, вот здесь где-то. Давайте на площадь Иерарх зайдем, посмотрим. И к местному кузнецу придем. А, нет, или нам надо в Аврониться идти, да, потому что у того кузнеца, куда я сейчас хотел пойти, он, по-моему, делает эти, только оружие. Поэтому, да, это нам сейчас надо идти в Аврониться. Чуть-чуть я попутал. Извиняюсь. Нам, короче, вот сюда.
старый добрый Вронице, как говорится. Здесь-то нам Бронку сделают. Блин, платва, короче, опять где-то осталась. Наверное, ее сейчас на сервер отпустят, козлина. Поэтому придется идти, на, сука, на своих двоих, твою мать. А, вот, на то, наконец, хоть пешком оставшийся путь не идти. Заодно сейчас продадим кузнецу то, что мы уже с вами понасобирали, ибо уже много всего собралось. Так, где этот краснолюд? Все, сейчас продадим мы тебе и сделаешь ты нам сет школы кота. Чем? Я хочу посмотреть. Так, ну давай. Ленинградский продаем, это тоже продаем. Так, тоже продаем, что еще? Нафиг, нафиг. Нафиг. Нафиг все это добро. Так. Ага, это нам не продать предмет, хорошо. Так, 5500. Неплохо. Так, а теперь, сударь. А рубашку у тебя есть? Отлично, да, я у тебя сейчас куплю рубашку. Так-с. Затем. А затем сделай мне уже доспех школы кота. Так, все у нас есть, все подходит. Фух. Отлично. А затем... Что у нас дальше идет? Так, перчатки школы кота. Плиц. Сапоги. Плиз. И что у нас все? А, еще вот штаны школы кота. Так, я вас, сударь, благодарю. Бывай. Благодарю, просто превелико благодарствую. Итак, давайте уже доспех школы кота наденем. Так, отлично. Плюс 105 броня. Как все круто выглядит, прям ощущаешь себя таким рубакой. Так, давайте сапоги тоже, перчатки. Класс. Классная снаряга, так. Единственное, что, конечно, жалко, плюс 350 хелки сейчас уйдет. Если мы наденем броню. 30-37. Блин, я вот что думаю. Так, плюс 5 силы атаки. Чё-то мне жалко даже как-то. Потому что у нас 4600 всего-навсего. Здоровье будет. А, в принципе, ладно. Если чё, я штаны убийцы у себя буду держать. Чем? Так, Фергюс, вот ещё сейчас тебе кое-что продам. Посмотреть. Давай сапоги. И перчатки, все, они мне больше не нужны. И, само собой, Акитон Саркскельга, с ними я тоже попрощаюсь. Все, спасибо, благодарствую, превелико, было очень приятно. Бывай. Ну что, на этом все, ребят. Мы нашли доспехи кота, всем спасибо за просмотр. И пока увидимся уже, когда прибудем к Вернону Роше.